Татьяна Смирнова. Бахчисарайский фонтан. Цикл пьес для чтеца и фортепиано. Хан Герей, Мария, набег, молитва в ночи, Бахчисарайский фонтан. Исполняют Татьяна Смирнова фортепиано, Андрей Гетман, художественное слово. Гирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор в круг хана грозного теснился. Недавно юная Мария узрела небеса чужие, все в ней пленяло тихий нрав, движенья стройные, живые и очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала, она домашние пиры волшебной арфой оживляла. Дворец угрюмый опустел, его Гирей опять оставил, с толпой татар в чужой предел он злой набег опять направил. Thank you.
Зарема, звезда любви, краса гарема. Увы, печальна и бледна, гостей не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей, Зарему разлюбил Гирей. Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостной поля. Вдали под тихой лавров сенью я слышу пенье соловья. Тавриду возвратился хан, и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Душа являлась мне.